В Серпухове продолжается сезон благоустройства. Ход работы обсудили на очередном совещании с подрядчиками, которое провел заместитель главы администрации Олег Сотник. Так, по губернаторской программе обустраивают пешеходную зону на Ворошилово и общественные территории. В сквере около завода «РОТЭП» работы в стадии завершения. На Сице-Набивной устанавливают бортовой камень. После исполнители сразу начнут засеивать газон. На Дзержинского вывозят строительный мусор. Параллельно продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На улице Межевой полностью был установлен бордюрный камень. Сегодня идет подготовка под асфальт. По Борисовскому шоссе очень активно идут работы. Установка бордюрного камня была вчера. Сегодня продолжается отсыпка также щебнем и песком. Подрядчики продолжают асфальтировать дороги, устанавливать детские площадки, ремонтировать учреждения культуры. Так, на здании Дворца культуры России установили большой светодиодный экран с антивандальным покрытием.